Чувашия – одни из самых низких цен на социально значимые продукты. Итоги инфляции за 2016 год обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства республики. Уровень инфляции в России в 2016 году составил 5,5%, в Чувашии на 1,5% ниже. Цены на продовольственные товары выросли меньше, чем на 3%, тогда как в России этот показатель 4,5%. По индексу потребительских цен на товары и услуги Чувашская республика среди регионов ПФО занимает 6-е место. В 2016 году отмечено снижение цены на плодово-овощную продукцию. Среди продуктов, которые подорожали за год – молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия. Иван Моторин поручил профильному ведомству продолжить мониторинг цен на продукты питания, а также усилить работу по снижению вывоза сырой молочной продукции за пределы региона. Еще одна тема, которую подняли на сегодняшней планерке – содержание республиканских автомобильных дорог. За полтора зимних месяца выпало осадков больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом сезоне дорожным службам пришлось как следует потрудиться. Кроме прочего, непростые климатические условия добавили работы дорожным ремонтникам. Подрядные организации «Водборстрой» привлечены более 100 единиц дорожно-эксплуатационной техники, оснащенной бортовыми терминалами стандарта ГЛОНАСС. Организована круглосуточная работа дежурно-диспетчерских служб для получения прогноза погоды в режиме онлайн. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения организована круглосуточная работа для принятия оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Расиль Мухаметов, Республика.